решили посетить музей жостовских промыслов. Вот приехали. Сувенирный магазин, оформление экскурсии. Идем туда. Во дворе сделали вот такую вот праздничную инсталляцию. Единственное, им пришлось распилить подносики. Посмотрите, либо они фейковые, просто не железные, а вот из пластика. И нанесли рисунки. Но вообще инсталляция выглядит неплохо. Для зимы. Поднос у нас металлический, покрыт черной эмалью. Кисточки у нас беличьи, а красочки масляные. Мы с вами делаем первый слой нашей росписи, который называется «Замалевок». Мы подносик замалюем и поставим в печку, посушим. А когда наш поднос высохнет, мы начнем делать второй слой. Во втором слое росписи у нас получаются объемные цветочки. Вот так цветочки разбрасываем. Все композиции придумываем сами. В точности повторить невозможно. Одинаковых подносов не существует. Все подносы разные и все написаны вручную. А во втором слое можем сделать листочки разноцветные. Вот такая у нас получилась композиция. Подносик сохнет в печке одну ночь. Целую ночь стоит поднос, сохнет в печке. Но мы с вами не ждем. Поэтому у нас есть еще один подносик. Вот здесь уже все высохло. И мы один цветочек нарисуем. Кисти у нас беличьи. Наносится тень, тенешка, более темной красочкой. Мы вот так цветочек затенили. Не весь, а часть цветка. И начинаем прописывать. Стараемся не выходить за контур цветочка. Вот такие мазки делаем. Вот такие светлые мазки делаем, блики. Каждый лепесточек мы бликуем. Где тень, чуть касаемся. По бортику подноса напишем орнамент. Обратите внимание, да? Везде-везде есть орнаменты. И покроем лаком. Наш поднос побывает во многих руках, не только у художников. Любой поднос начинается с тонкого стального листа. Первым делом определяют размеры заготовки подноса. На первом прессе от заготовки отсекают лишний металл и одновременно формируют бортик и дно подноса. Но пока еще это изделие совсем не жесткое. Вот что еще интересно. Форма подноса в сечении такова, что если их поставить один на другой, то они соприкасаются только бортиками. Наконец подготовка закончена. Можно приступать к грунтовке. В помещении, где работают мастера грунтовки, не должно быть пыли. Ведь пыль – один из главных врагов лаковой росписи. Загрунтованные подносы размещают в специальные кассеты, так, чтобы они ни в коем случае не касались грунтовки, и ставят в большую сушильную камеру, похожую на огромную печь. Вырезается нужный размер металла вот такими ножницами. Эти старинные, современные выглядят по-другому, но принцип тот же. Затем по трафарету вырезается нужная форма, если нет, то создается. Потому что может прийти художник Коваль и сказать: знаешь, Ген, я композицию вижу, и что-нибудь этакое ему на бумаге нарисует. Конечно, Коваль ему обязательно такую форму сделает. Ну а дальше начинает стучать вот по такой штуке, которую ласково называют ковалешка. Не наковальня, как у кузнецов, а ковалешка.
Этой ковалежке более 160 лет. У двух наших ковалей ковалежки приблизительно того же возраста дорожат ими невероятно. Ковали как 200 лет тому назад, так и сейчас работают по холодному металлу. На сегодняшний день по стали холодного проката. И если в процессе работы, ну, например, вот эта форма, вот эти усики все видны? Пошло что-то не так, ударил мастер, но ошибся, зазмеилась усик, отклонилась в сторону. Исправить коваль ничего не может, металл холодный. И такой поднос выбраковывается, то есть выбрасывается. А стучать по нему молотками может неделю две, работая по 10-12 часов в сутки. Что на рубеже 16-18 веков чай как напиток приходит к нам сюда, в Россию, из Китая. И вряд ли вы знаете, что по тем далеким временам этот напиток здесь был встречен враждебно. Образовалось целое сообщество, носило на руках, как опознавательные знаки, перстни с выбитыми на них чертями, пьющими чай. Говорили так: тот, кто пьет чай, знается с сатаной. И таких предавали анафеме, то есть отлучали от церкви. Горьковатый, вяжущий басурманский напиток, да дорогущий. Но к середине 18 века и уж к концу 18 века чай дешевеет. Начинают открываться трактиры, питейные заведения, развивается гостиничное дело, фарфоровое производство переживает свой расцвет. Наш Филипп Вишняков нанимается к соседям в их мастерскую на работу, извозчиком. Между делом, между поездками ходит, подглядывает, подсматривает, познает секреты мастерства. Но, вероятно, в какой-то из этих моментов и появилась у него мысль, ну а что, собственно говоря, Федоскин, что божество-то не открыть подобную мастерскую, ведь видит же, что хозяева богатеют не по дням, а по часам сказано и сделано. И в 1807 году он открывает здесь свою первую мастерскую. Надо сказать, что Вишняков начинал тоже со шкатулок, коробочек, ларцов и прочее. Почему появились подносы? Чай вошел в жизнь русского человека, вошел плотно и навсегда. Уже практически каждая семья могла себе позволить купить этот напиток. Поднос как предмет, который удобно использовать, он востребован. Он оставляет производство шкатулок, коробочек, стаканчиков и всевозможных там тарелочек и полностью переходит на изготовление и роспись подносов. Самые первые подносы были тоже из папье-маше. До нашего времени они не дожили. Сейчас попытаемся найти самый старинный экспонат нашей музейной коллекции, дошедший до нас из мастерской Филиппа Вишнякова, можно сказать, почти ровесник нашего промысла. Этому подносу, вы не поверите, без малого 200 лет. Смотрит на вас персидская царевна, была такая страна Персия, сейчас называется Иран. Да, знаем, слышали? Почему персидская, почему царевна? Искусствоведы и специалисты изучали наряд этой барышни и пришли к выводу, что девушка эта персиянка знатного, а может быть и царского рода. Дело в том, что жостовские художники портреты на подносах писали крайне редко, как правило, на заказ. Как вы думаете, почему? Невежливо, некрасиво, оскорбительно ставить на лицо человека чайную чашку, завалить все бубликами, пирогами, баранками. Красный. Осип Ефимович Бурбышев. А вот об этом художники слагали легенды. Бурбышев вместе с такими мастерами, как Репин, Маковский, Серов, согласитесь, какие имена, был, например, оформителем и декоратором спектакля в Большом театре в Москве. Как известно, в царской России оформлять императорский театр доверялось только самым большим художникам. Живопись петербургских мастеров, в отличие от нашей, не многослойная, а однослойная. Так что перед вами поднос середины 19 века, город Санкт-Петербург, мастерская Лабутина. Вот здесь, скорее всего, была корзинка, потому как от нее вот, как она называется, душка, да, ручка осталась. Когда собирался художественный совет и решали, восстанавливать ли утраченную часть живописи, решили, что мы не имеем морального права писать современную многослойную роспись поверх старинной петербургской, поэтому оставили так, как есть. Но вот эти вьюнчики не дают покоя нашим художникам по сей день. А можем ли мы писать, как старинные петербургские мастера? И если вы посмотрите вот на эту работу, народный художник России Николай Петрович Антипов, ну я не буду регалии всегда все называть, чтобы просто время на это тратить, повторил и успокоился. Все мы можем. Ну а в серединке он, конечно, уже написал дивный жостовский букет. И вот
Что касается этого подноса, тоже середина 19 века, и это уже Жостова, мастерская Беляевых. Это вторая мастерская была после Вишняковых и по количеству наемных художников, и по качеству выпускаемой продукции. Несмотря на то, что его потрепало изрядно, тем не менее можно видеть, что в свое время вся живопись была инкрустирована перламутром. По тем временам изделия, инкрустированные перламутром, были баснословно дорогими, самыми дорогими. Почему? Что такое перламутр? Это внутренняя сторона створки морской или океанской раковины. Причем не целиком створка, а выпиливалась такая тончайшая пластина. Середина 19 века. Небольшая форма, но очень красивый. Этот поднос вообще знаменит, знаете чем? Это заказ. Вот такие подносы, форма, я имею в виду, она называется кудрявая. Понятно, что живопись была везде разная. Заказ был к Олимпиаде 80, которая, как известно, проходила в Москве. И на таких подносах подносили комплекты медалей для призеров Олимпиады. Посмотрите на эту работу, запомните, как она выглядит. Запомнили? Да. Как, не знаю, руководите процессом. Да. Загорелись? Да. Загорелись. Все цвета. Это как раз перламутр, да? Там? Нет, сейчас объясню. Красиво? Да. Может быть, вот так? Нет? Красиво. Вот так. Ребят, больше не могу держать. И мы с вами знакомимся с очень эффектной техникой, которая к нам пришла еще в конце 18 века из стран Западной Европы. Роспись по сквозному, по порошкам. Что это такое? Это когда под лакокрасочный слой художник втирает порошки, самые разные. Медный, серебряный, золотой порошок, сусальное золото. Ну, я, конечно, в упрощенном варианте это вам рассказывала. Затем покрывают все это лессировочными, то есть прозрачными красками. Они придают свечение рисунку. Ну и затем уже так называемое плотное письмо, то есть основная живопись. В данном случае художник Виктор Кораблев использовал золотой порошок и сусальное золото. И вот такой роскошный поднос нам с вами подарил. Стоя на месте, обернитесь вверх, не право, кому-то слева. Но здесь есть еще один эффект, хотя, может быть, вы со мной не согласитесь. Не кажется ли вам, что абсолютно теряется ощущение металла? Как будто старинное фарфоровое блюдо поблескивает для вас благородным золотом. Есть такое? Форма аршинная или скатерная. Форма пришла к нам из 19 века. В старинослуги за своими господами на пикник, на отдых таскали вот такие подносы со сложенными столешницами. Пришли на место отдыха, столешницу разложили, поднос вложили, стол получился. И отсюда название «Скатерня». Владимир Пыжов, художник, был чрезвычайно требовательный, очень строгий. Он сам был еще и ковалем, то есть форму для себя ковал сам. И вот беда, молотки рядом, разбивал зачастую свои подносы. Но, несмотря на всю свою суровость и требовательность, мастер был с отменным чувством тоже юмора. Загадал нам с вами здесь множество загадок, мы успеваем взять только две. Итак, нам с вами мастер здесь спрятал 8 лебедей. Кто видит? Или изящная изогнутая шейка, клювик крылышки, а клювик еще веточка рябинки. Конечно, я вас попросила найти не просто так. С сегодняшнего дня и теперь уже всегда, встречаясь с жостовской росписью, мы с вами, ребята, учимся воспринимать поднос как картину целиком. Не вот основная живопись, да, а бортики на что-то можно не обращать внимания. Нет, картина целиком. Бортики пишут особые художники, орнаментальщики или орнаменталисты. В старину их называли уборщики, они убирали поднос. Бортики поддерживают основную живопись. Выполняется тончайшими, прямо в три волоска, тончайшими беличьими кисточками золотой пастой. Ну и, конечно, в счете бортики завершающий этап росписи самого подноса. Но единственное, что вот это все написали как раз вот эти художники-орнаментальщики. Но очень часто на работах музейного уровня основные художники и бортики пишут тоже. Они отдают орнаментальщикам. Ну давайте еще один возьмем секрет. Фон подноса. Какой камень напоминает? Малахит. Малахит. Нет, изумруд прозрачный. Малахит. Возникает вопрос, ну а как художник вот эти темные, почти черные пятна вписал? То же самое. Есть такая техника, она к нам пришла тоже из 19 века.
коптежка. Что это такое? Художник покрасил фон подноса, затем сырым, влажным, в печке не сушил, это делается по сырому фону. Подвесил к огромным магнитам к потолку фону к себе, такой поднос на колени не удержишь. Достал свечку, зажег ее, появился фитилек, и над фитильком дымочек, копоть. И вот этим вот дымочком с копотью начинает водить по фону подноса, добиваясь такого эффекта. Во время коптежки художники не дышат вообще. Если ты дышишь, пламя будет колебаться, дымок будет сбиваться, и все пойдет не так, как ты задумывал. Как выходит из положения? Каждый по-своему. Одно могу сказать, что дело это очень долгое, очень кропотливое, но согласитесь, как красиво. И почему черный цвет встречался чаще и вообще стал таким каноническим, что ли? Печная зола, в избах стояли печи, она бесплатно бери сколько хочешь. Она растиралась с олифой, которая сама по себе была дешевая. Это давало черный цвет. И еще смола копаловой сосны, так называемый копал. Он тоже был дешевый. А вот цветные краски, химические пигменты, это всегда было дорого. Но тем не менее на цветных фонах середины 19 века. Ну а здесь мы с вами знакомимся с птицами. И обратите внимание, они тоже чуть-чуть сказочные, капельку волшебные, немножечко придуманные. Таких мы с вами в природе вряд ли встретим. Чуть-чуть сказка, чуть-чуть волшебство, чуть-чуть фантазия. Вполне узнаваемые бойцовые петухи Татьяны Николаевны Шолоховой. Лапы от орла. Нам с вами художница такими деталями как бы усиливает характер этих петухов. Их дрочливость, но опять же, все не так просто. Один из них будет уж совсем свирепый, второй, пожалуй, подавлее. Смотри, вот он, как листочек, правда? А как мы узнаем, что это мотылек? У него есть усики, лапки, да, и глазки. И мотылек. А это у нас птички-колибри. Тут еще есть и божья коровка. Про розу говорят, что это цветок Богоматери, что в нашей отечественной культуре, что в западноевропейской. Каждый цвет розы имеет свое таинственное, сакральное значение. А старые мастера говорят так, что один раз за 40 лет художник пишет такую розу, которую повторить он потом никогда уже не сможет. Автор этого подноса Леонтьев. Династия Леонтьевых тоже порядка 200 лет. Тоже писал розы, они в нем катастрофически не получаются. Не роза каждый раз, а капуста какая-то. У художника депрессия, позорит династию, фамилию, профессию, что же делать? Ну и тогда говорят ему, ну не можешь написать розы, да не пиши ты их уже, пиши ты свою капусту. Он и написал. А капуста-то бриллиантовая, посмотрите, светится изнутри, она и зайца нашего любимого освещает, и овощи, и корзинку, и весь фон подноса. А ведь действительно, если бы мы с вами предысторию этого подноса не знали, то решили бы, что видим старинный фламандский натюрморт. Перед вами, друзья мои, шедевр. Или вот, пожалуйста, виноград, влияние голландской школы в живописи. Каждая виноградинка наполнена соком, так и хочется сорвать ее и съесть. Должна вам сказать, что Восток всегда моден, всегда популярен, что называется, в любые времена и веси. Первые лаки, конечно, возникли не в России и не в странах Западной Европы. Это Япония и Китай, конечно. Жостовские художники, переосмыслив в своем воображении, в своем сознании вот эту вот восточную тематику, создали свое собственное видение. Мы с вами здесь видим а-ля Япония, а-ля Китай, но овенчает это все работа кисти нашего главного художника Михаила Викторовича Лебедева. Я когда первый раз увидела эту, павлина называется, когда увидела первый раз эту работу, у меня было ощущение, что это наклеенные пушинки и перышки. Вот такой он весь пушистый. Причем чем ближе подходишь, тем этот эффект сильнее. Абсолютно, ну я не знаю, уникальнейшая работа. Но нет, здесь, конечно, ничего наклеенного нет. Мы с вами уже знаем, что смотрели ее петухов. И посмотрите, в совершенно иной стилистике выполнена работа. В середине художник использовала тоже роспись по сквозному. Здесь алюминиевые, медные, серебряные порошочки и поталь. Что такое поталь? Объясню на другом подносе. Бортики красиво украшены перламутровой крошкой. Кстати, вот надо такое было случиться, что поклонниками Татьяны Николаевны были два иерарха церкви. Они не сговаривались между собой. Папа католический Иоанн Павел II и наш патриарх Алексий, Царство ему небесное, тоже собирал работу Татьяны Николаевны в свою коллекцию.
Василий Лизин, автор этого подноса. Сегодня группа была, посмотрели, сказали, ну вы даете жестовство, вы еще чеканкой по металлу занимаетесь. Нет, конечно, это никакая не чеканка. Художник взял три вещества. Клей, скипидар, как растворитель и смолу. Смешал все это, затем при помощи кондитерского шприца выдавил на зеркало подноса вот такой узор в виде иния. Покрыл краской металлик, отправил в печку сушиться. На что похож поднос? На замерзшее окно. Художник подышал на замерзшее окошко, появилась проталинка. Через этот кусочек оттаившего стекла мы с вами видим тот самый зимний лес, ледяное замерзшее озеро, избушку, месяц в зимнем небе. Но мне кажется, художнику удалось создать ощущение, что там за окном очень ледисто, морозно и холодно. Есть такое? Да. Есть. Ледяное замерзшее озеро. Иногда говорят, ой, знаем, перламутр. Нет, не перламутр. Мы с вами сегодня говорили роспись по сквозному по порошкам. Здесь роспись по сквозному, но по поталям. Что такое поталь? Конфетка, завернутая в фольгу. Это та же самая фольга, но только еще тоньше, микронная толщина. И поталь тоже бывает разная, медная, серебряная, золотая. В данном случае серебряная поталь. Сусальное золото, которое тоже микронная толщина, это уже не поталь, это драгметалл золото. Что касается этой работы по живописи, полагаю, узнали. По мотивам художника Куинджи «Ночь над Днепром», и это все жестко. Форма, ракушка. Форма пришла к нам с востока. Это не ноу-хау. Жесткость прижилась. Здесь любят наши художники по ней писать. Красивые бортики, выполненные в технике коптежка. А вот к вам очередной вопрос. А вот эта выемка для чего, как вы думаете? И она слова для любого живота. Помните, с каким трудом я поднос подняла, да? А если его заставить блюдами, посудой, его вообще от стола не оторвать, одев на живот, центр тяжести на животе, да, и взять за ушки, нести было очень удобно, или как в старину говорили споры. Если нужно было собрать грязную посуду, выемка одевалась на бочок. Соответственно, рука бралась уже за верхушечку. Представили себе, да? Свободная рука могла составить то, что не нужно. Ну, будут. Часть нашей коллекции, так называемые плакатные агитационные подносы 30-40-х годов прошлого 20 века. Сохранилось их на сегодняшний день крайне мало. Объект живописи наших художников, понятное дело, это природа во всех ее проявлениях. Вот такие подносы писались, как правило, на заказ, либо в подарок какому-то коммунистическому товарищу, либо на какой-то большой советский праздник. Но нужно сказать, что помимо того, что они являются немыми свидетелями того недавнего прошлого, в котором жила наша страна под именем СССР, они, конечно же, и выполнены на высочайшем художественном уровне. Ну, давайте возьмем для примера вот этот поднос. Полузабытый герб Советского Союза. Кто помнит, сколько республик входило в состав СССР? Это 15. 15. И еще было время, когда 16. Финно-угорская была. 16, да. Поднос написан в 1940 году, когда благодаря Сталину такая республика появилась в составе СССР. В 1956 году, благодаря Хрущеву, эта республика уже не существовала. ВСХВ – это всесоюзная сельскохозяйственная выставка, так раньше называлась ВДНХ. Он сделал, расписал вот эту серединку и шел на фабрику сдавать поднос. По двору, вернее, фабрики видит, валяются бесхозные куски железа. И в голове сразу мелькнула идея сделать крышки. Что ковали и сделали, и, соответственно, получился триптих, и получил название «Летучая мышь». И, соответственно, настолько прижилось, что довольно часто художники наши заказывают подобную форму, чтобы ее расписывать. Она имеет поле. Изображение на потолке.
Перед вами самый большой в мире поднос. Поднос рекордсмен, вошедший в Книгу рекордов России. Итак, поднос этот весит около 90 килограмм. В длину более 2 метра, в ширину более 1,5 метра. Расписывали этот поднос в течение целого года 22 ведущих художника промысла. Каждый из них должен был написать свои любимые цветы, что они и сделали. Татьяна Николаевна Шолохова, мы ваши работы в музее видели, да? Да. Ну вот какие ваши самые любимые работы, которые в музее находятся? Татьяна Николаевна Шолохова, «Петухи». Вот ее работа. Вот это что будет? Будет коробка под бумаги. То есть она будет здесь замочком, вот здесь будет замочек, там будут петли, она будет открываться, и там будут... Значит, основа деревянная? МДФ. Понятно. Я знаю, что это живопись многослойная. Вы сейчас на каком этапе находитесь? Ну вот сейчас уже как бы прописка окончательная. А вот, видите, здесь я только сделала тень. Ага, на тень. На замалевке. То есть сейчас я буду сейчас продолжать делать. А вот у мака, например, тычинки, вот это чем выполнены? О, это самая тонкая кисть. Вот смотрите, какая. Ух ты. Вот единичка. Несколько волосков, да, буквально. Да, тут несколько волосков. И она вот как бы тонко-тонко там ставится, точечки. Ну, это масло, да? Масло, да. Вот так вот ваша палитра выглядит. Просто замечательно. Как садовод спрошу вас, какой ваш любимый цветок с точки зрения изображения? Что любите писать рисовать больше всего? Мне нравятся хризантемы. Хризантемы. Да. Многолепестковые, да, соответственно? Такие, да, сложные. Прямо вот, знаете. Какого цвета? Ну, любой. Белый, розовый, там, какой-то желтый. Большие-большие цветы. Потом... Мне нравятся лилии. Лилии. Вот. И еще, ну, какие-то даже вот небольшие мелкие анютины глазки. Они, по-моему, у вас здесь присутствуют, они увеличенные, да. А вот бывает такое, что вы пишете какой-то цветок, и у него нет названия? То есть чисто фантазийные? Да, абсолютно. Так часто, бывает, да, часто, бывает? Да. То есть вы своего рода в сказочке живете, да, в своей собственной. Да, вообще весь мир во мне. И здесь тоже. Ну, как и в художниках, это нормально. Спасибо вам большое за ваш замечательный труд и золотые ручки. Вот, а вы специально руку держите на линеечке. Так удобнее? Ну, вообще... Так положено. Так положено. Скажите, а вот эти бортики у подноса, они как раз... подстроены под наклон руки и линейки? Есть какой-то определенный стандарт бортика? Нет, здесь мы ставим их друг на друга, и они не отпечатываются. Вот То есть там между ними зазор? Да. Это для того, чтобы они просыхали лучше, да? Да, и просыхали, и ставить друг на друга можно. А линейка самая обыкновенная, как бы. Вот, я купила магазине. А вы сейчас на каком этапе работы находитесь? То есть это уже... Я заканчиваю. Это последний цвет бликую. И потом начну очерчивать. Ну, конечно же, эскизов у вас никаких нет. То есть вы сразу по наитию делаете то, что там видится, предвидится. А, ну да, я совсем не... подмалёвок. Да, а потом начинаете с ним работать. Без рисунка, без... Ну да. И его промасливаю, и каждый этап прописываю. А вот, Танечка, вам можно задать вопрос? А ваш какой любимый цветок? Мак. Мак. Потому что девичья фамилия Макова. Да вы что, да вы что? Прям как символично. Честно говоря. А здесь у вас он где-нибудь уже написан? Ну, вот он, вот он. Но пока не узнаваем. Мак. А вы знаете, что их запрещено выращивать? Знаем. И даже могут оштрафовать. Но у меня декоративные. Нет, ну, мы, конечно... Есть восточные. С этим иногда нам заказчики присылают, вот, сделайте одни маки, одни это. Ну, и вот. Но мы все-таки стараемся... избегать. Кстати, это Михаил Викторович Лебедев, главный художник завода. Вот здесь лучше фабрики, его видно. Жостовской фабрики. Всей Жостовской фабрики. Главный командир. Вы участвуете в приемной комиссии, когда вы работы принимаете? Вы глава, наверное, каждый, да, этой комиссии? У каждого художника мы принимаем, я принимаю работы, смотрю и качество, и они все знают, что... Ваши требования? Пройдут, да, через мои руки их подносы и
То есть, иначе мы их дальше не пропустим. А часто бывает такое, что вы выбраковываете изделия? Практически не часто, не часто. Как правило, это ну, маленькие такие замечания, как правило. То есть, как художественный руководитель, я считаю, что, ну, может быть, ну, где-то смазано, где-то, ну, это поправимо. То есть, там, потертости какие-то и прочее. Но с чисто художественной стороны я очень ценю наших художников, они настоящие художники. Вы сейчас делаете начало работы, да? Вот такую вот основу. Она называется правильно «Замалевок». «Замалевок». «Замалевок» – такое неблагозвучное название. Михаил Викторович, расскажите мне этимологию слова «замалевок». «Замалевок» от слова «маляр». Это немецкое слово, там, ну, любое. «Маляр» – рисовать, малевать. Рисовать, да. То есть делать художник. Ага. Ну и вот первая стадия во многих художественных таких вот вещах происходит как замалевать. Ну, это нисколько не оскорбительно, это сделать первую стадию, это сделать композицию. Основу, базис работы. Продумать пятна цветовые, продумать колорит, продумать. Это когда художник делает хотя бы эту первую стадию, это настолько важно. Одно все время крутишь. На самом деле, вот эта вот форма, она противень напоминает. Да? Вот это вот. Ну, считается, это называется лоток. Лоток, ну, да? Противень. Ой, вы знаете, всему мода. Есть мода на все. То есть на, мода на одежду, на прически, на все. И поэтому у нас подносы есть, которые модны были в одно время, и вдруг проходит какое-то время, опять на них. Наташ, скажите, какой ваш любимый цветок? Что любите изображать больше всего? Розу? Угу. А есть здесь роза сейчас на вашем подносе? Но они такие вот фантазийные. А вы когда-нибудь изображали бубенчиковую розу? Знаете, что такое? Бубенчиковая роза на голландских полотнах, вот такая полузакрытая, как чашечка. Представляете, о чем я говорю? Никогда не пробовали ее писать? Может, и пробовала. Ты просто не знала, что так называется. Девчонки все такие красивые здесь работают, но что больше всего мне понравилось, что они все садоводы. Посмотрите, сколько у них цветов, и даже пассифлора у них есть. Вот она, правда, им не отдали недавно, еще не цвела. Вот все подоконники. И растения все в отличном состоянии. Поэтому я делаю вывод. Все любители живописи одновременно являются хорошими садоводами. Ну, с двумя ручками. С двумя ручками. Да. С одной ручкой. Раз, с одной. А, вот только одна. А почему? Потому что дорого. Ну, вот и сейчас мы можем там просверлить, там машинками обработать. А тогда это дебильцам надо было эту ручку выбивать. Понятно. Надо было там... это очень замороченный. То есть лишние затраты. Лишние затраты. И когда... А для трактира стену такой шкворень железный. Стену? Ну, в трактире. Вот в трактире, да, да, так. Мыли эти подносы, и на одну ручку просто их навешивали, они сохли там, ну, было такое. А вот это правда, что когда приходил в негодность поднос, они просто отдавали сюда и обновляли, краску новую наносили? Я говорю, что
были мастерские, которые собирали просто подносы, которые приходили, ну, немножко утрачивали там лампу. Для реставрации как бы, да? Ну, поновление. Поновление так, называлось. Да. Первые подносы вообще были декорированы под какие-то вот породы дерева. Ну, имитация коры, да? Имитация природного чего-то. Бересты, красного дерева, еще... Это первые подносы так и делали? Первые подносы были просто декорированы под какие-то вот имитации. Потом под камень, под мрамор, под малахит, под... Если мы возьмем лампадку. Лампадка, знаете, вот так горит перед иконой. Лампадка. Лампадка, да. Угу. И чуть-чуть подтянем у нее хвостик. Фитиль. И он даст фитиль такую черную каплю. Дым. Черную. Ну, это, копоть. Да, копоть. Угу. И вот... Вот как раз эти точечки под коптили. На сырой лак. Видите, каждая точка – это копоть. Это да. То есть мастер... Ну, вот сейчас, чтобы это сделать, это представьте, что вам надо сесть... в какую-то большую коробку, uh-huh. чтобы вам не дыхнуть, не чихнуть, не... То есть... А еще говорят, что они в печку садились, там, где движения воздуха нет. Ну, кто как. И свечкой подкапчивали. Любой, да. И вот этими точками решали вот эти вот художественные проблемы. То есть, понимаете, вот здесь у нас самый старый, это такой вот опыт, чтобы оставить вот маленькие... промежутки, да? Угу. Вот здесь у нас называется червячок. Ну, похоже, да, на червячок. Да, вот из, еще кракелюр есть какой-то. Этих, видно, что здесь. Это трещинки. Мы тоже видим, что это вот точки, 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 точки. Угу. А вот как раз это. Работа в музее была исполнена самим Лебедевым Михаилом Викторовичем. Вот его работа. Вот на фоне своей собственной работы Михаил Викторович Лебедев стоит. И можно вообще гордиться такими всеми работами, которые он исполняет. А это второе. Так, как фамилия этого художника? Литков Вячеслав Иванович. Ага. Он жив еще? Уже нет. Слава Богу. Уже нет. Абсолютно непохожие работы, реально. Вот. Фантазийные цвета. Пример как. Один художник имеет два разных видения. Подходит. Да. Это такие желто-оранжевые листья. Да, вот так вот один художник две таких работы разные исполнил. Абсолютно правильно. Это грунтовка серебряная. Серебряный грунт и лессировка, прозрачная лессировочная прозрачным краска, лаком. Синяя. Ах, синяя. Прозрачная синяя. Поэтому эффект... Она очень графична. То есть это самая графичная работа вообще, ну, которая да. у вас есть в музее. Загородки для каминов иногда исполнялись в виде подносов. Ну, то есть это получается ножки. Вот этот элемент называется усы. Теперь будем знать. И вот здесь вот тоже усы есть. Это восьмиусовый поднос, потому что, смотрите, раз, два, три. Вот это тоже вот все усики. Просто они задекорированы. Когда там работали в конце 19-го, в начале 20 века, там шехтели и прочее, когда от архитектуры до ручки... Модерн, 25-й год. Там поднос этой фотографии 25, почти 50 лет. И они со своими работами сидят, ребята, в первом ряду, да? Все наши великие, которые здесь в музеях, такие вот просто... Столпы. Столпы, да, наши. Искусство.
Здесь такая табличка жёсткого с 1825 года. Основана магазин.